Город может спать спокойно, по крайней мере, это могут себе позволить жители дома номер 7 на улице Шмидта. Здесь появились 5 камер видеонаблюдения. Теперь то, что происходит в подъезде на придомовой территории или ближайшей детской площадке, круглосуточно записывается. Установка системы видеонаблюдения по данному адресу – пилотный проект, реализованный в рамках программы «Безопасный регион». Мы закупили администрации Щелковского муниципального района сервер большой вместимости, в котором будет сохраняться все видеозаписи в течение месяца. И если, я говорю, какое-то происшествие или что-то там произойдет, любой житель может обратиться в полицию, а полиция в соответствии с этим примет решение и изъять эту запись, и в соответствии с этим уже найти или хулигана, или, ну, еще, может быть, и преступника. Устройство расположено на фасаде здания, в самом доме, а также в домофоне, что позволяет фиксировать всех, кто входит или выходит из подъезда. Изображение с камер в режиме онлайн поступает на пульт единой диспетчерской службы, где просматривается диспетчерами. Узнать, что происходит, к примеру, на парковке, могут и жители со смартфонов или планшетов. В этот домофон конкретный вставлена IP-видеокамера 2-мегапиксельная, которая позволяет видеть четкую картиночку. Как при подключении к интернету можно просматривать все на смартфоне либо планшете. Можно посмотреть на машину, можно посмотреть, если человек позвонил в трубку, если обычно трубку, можно посмотреть со смартфона, кто там стоит. В реализации проекта участвуют 2 организации – «Щелково.нет» и «Щелковская домофонная служба». Первая отвечает за монтаж видеокамер и доставку изображения. Вторая устанавливает домофоны. Стоит отметить, что монтаж оборудования компании производят за свой счет. Жители оплачивают лишь обслуживание устройств. Обслуживание системы видеонаблюдения, ну, примерно где-то 50 рублей с квартиры будет. Установка бесплатна для жителей, да, все делается за наш счет, за счет совместного предприятия вот, компании «Щелково.нет» и ПЦ «Польский». Важные условия участия в программе – жители должны сами решиться на установку оборудования. Так поступили и в 7-м доме на улице Шмидта, и о принятом решении ни разу не пожалели. Что нам это дает? Нам это дает личную безопасность, также безопасность нашего жилья. А родители, дети, которых будут гулять на детской площадке, могут за ними наблюдать, не выходя из квартир. Автовладельцы, чьи машины также стоят во дворе нашего дома, могут спать спокойно. Войти в программу и установить такую систему видеонаблюдения на своем доме могут и жители других домов города Щелково. Для этого достаточно выйти с соответствующей просьбой в управляющую компанию, а организация, в свою очередь, обратится в администрацию района. Такие меры позволят сократить количество преступлений и сделать жизнь в городе более безопасной. Дарья Заснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».